Что там? Не знаю. А привиденчик вернулся? Не знаю. Письмо от его светлости курфюрста Ойленбергского господину Шварцкюнцлеру. От его светлости курфюрста Ойленбергского господину Шварцкюнцлеру. Быстро в карету, я следом. Ведь знал, что-то произойдет, что-то случится. Что-то случилось, хозяин. Я в город, и со мной мальчишек в штольню и запереть. Понял. Запереть. Да, хозяин. Эй, кармоеды, вставайте! Живо! Держи фонарь! В штольню! Держи! И запомните! Не выполните норму, будете ночевать в штольне! В штольне, хозяин. Ну что же случилось с привиденчиком? Холодно. И есть хочется. Что же случилось? Ну давай что ли работать. А то утро и вправду здесь ночевать заставят. Вспомнил. Привиденчик говорил, что он ночное привидение. Значит, боится дневного света. Так, нам нужно как-то выбраться отсюда. Ну как ты выберешься? Лотер ведь запер нас! Что же ты, юрод? Я боюсь. Юрод, я тоже боюсь. Но нас же двое. И еще привиденчик. Полезли наверх. Ладно. Уехали. Пошли. Денчик, ты здесь? Это ты, Андрю? Я. Занавесь окно. Все в порядке, только я не один. Со мной Юро, не испугай его. Попробую.
А он и не испугается, верно? Так что ничего страшного. Обыкновенное эленбергское привидение, да? Только у меня к тебе просьба, если можно, называй меня привиденчик, хорошо? Мне будет приятно, мне мама так называла, ладно? Юро, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, Юро. Ты что-нибудь узнал? Узнал. Идите сюда. Узнал. Узнал. Вообще, мне давато 913-е заклинание характера. Что? Я ничего не понимаю. Ну, не понимаешь, и не надо. Сейчас не в этом дело. Дорога каждая минута. Во всем виноват наш хозяин. Шварцкюнслер. Шварцкюнслер? Да, горный мастер. Да, да. Владелец алмазных штолен. Самый богатый человек в округе. Чернокнижник. Как я не догадался. Как же я не догадался, старая перщица. Ведь ему неизвестно, сколько лет. Никто не знает, сколько ему лет. Понимаешь? Нет. Он разгадал 913-е заклинание характера. Заклинание бессмертия. Ну, характер. Черная книжка в его комнате лежит на столе. Видел? Видел. Черная книга заклинаний. Так вот, он расшифровал 913-е заклинание характера. Тот, кто сможет расшифровать это заклинание, узнает состав зелья и магические слова и становится бессмертным. Но заклинание действует только до тех пор, пока идет война. Так если война кончится, то... Да! Шварцкюнслер умрет. И война бы кончилась, если бы... Если бы не он. Если бы не его хитрость, не его деньги. Он меня здесь держит, как цепную собаку, чтобы я отпугивала всех, кто сюда забредет и захочет узнать его тайну. Почему же ты от него не ушел? Потому что я боялась. Боялся? Да. Он знает тайну моей сущности. Что? Ну, как тебе сказать, он может убить меня. То есть, привидения не умирают, они как бы умирают, то есть они исчезают. Кому хочется исчезнуть, даже если ты всего лишь привидение? А в чем тайна твоей сущности? Я не знаю. Этого я не знаю, это знает мастер. Ну ладно, сейчас не в этом дело. Мне уже все равно ничем не помочь. Потому что когда мастер узнает о моих ночных похождениях, он мне этого не простит. Я тогда не смогу помочь вам. Привиденчик, а нет, если... Все, все, нельзя терять. Нельзя терять больше ни минуты. Вот, держи. Что это? Это волшебные ключи. Мне их подарила моя мама. Это единственная память о ней. Так вот, Андрюш, ты должен успеть на городскую площадь. Там сейчас начнется праздник, понимаешь? Ты должен туда успеть. Вот этот ключ, запомни, это очень сложно, но запомни, вот этот ключ, если им прозвенеть два раза, покажет тебе самую короткую дорогу. Понимаешь? А теперь самое главное. Когда ты будешь на площади, ты должен прозвенеть вот этим ключом с бородкой. Запомни, вот этим ключом с бородкой. И тогда все люди, все, кто находится на площади, узнают правду. Они узнают правду. Понял? Это единственная наша надежда. Ну, приведенчик. Беги. Я вернусь. Беги. Ты должен я успеть. Обязательно вернусь. Беги, ты должен успеть, Саша. Ты должен успеть, беги. Я вернусь, ты должен успеть, Андрюш. Сиди сам. Что-то мне страшно. Ну что? Мне тоже страшно. Мы же вдвоем. Да, верно. Мы же вдвоем. Верно. Мы же вдвоем. Мы вдвоем. Итак, господа. Уже вечер, темнеет.
И тем не менее праздник состоится. Прошу приступить к своим обязанностям. Господин Курфюрст, для вас у меня есть небольшой подарок. Примите его в знак моей искренней дружбы. Я думаю, он рассеет ваши страхи и неуверенность. Господин Шварцкунстлер, давайте поговорим спокойно. Давайте. Только вам отступать некуда. Теперь вам отступать некуда. Если бы вы пережили сегодня ночью то, что пережил я, вы бы говорили иначе. Вот вы, оказывается, какой, я не знал. Господин Шварцкунстлер, я больше не могу. А деньги? Деньги, которые вы у меня брали. Сколько вы мне должны лично, вы? Я верну. Только отпустите меня. Я больше не могу. Я устал. Я болен. Не говорите ерунды. Откуда вы их возьмете? Я прекрасно понимаю ваше естественное желание красиво пожить, сытно поесть, но... За все надо платить. Послушайте, как вы со мной разговариваете? Вы не забывайте, я все-таки его светлость курфюрст. И стоит мне только приказать моим ландскнехтам, как что? Вас... Что? Что? Бунт на корабле? Подойди сюда. Не надо. Подойди. Не надо. Что ты там сказал, повтори? Господин, не надо. Ах ты, мокрица! Тварь! Слизняк! Не опускай глаза! Глаза! Если ты еще хоть один раз... Я согласен, господин. А теперь запоминай. Сейчас начнется праздник. Ты скажешь речь о войне, красивую речь, взволнованную речь о священной войне, которую ведет Ойленберг. В войне случается, убивают людей. Не будем их оплакивать. Это жертвы. Святые жертвы во имя родного города. Кровь погибших зовет к отмщению. И поэтому да здравствует эта война! Кричать так взволнованно и проникновенно, что все присутствующие забудут все! И вместе с тобой будут кричать, вопить, стонать. Да здравствует война! Да здравствует курфюрст Ойленбергский! Ты понял? Да, господин Шварцкюнстлер. Слышишь? Праздник начинается. Ваш выход, господин курфюрст. Начинаем традиционный праздник ландскнехтов, посвященный историческому событию 300-летию войны с коварным Эрвинбургом. Кип-кип! Ура! Ура!
программе праздника. Карнавал, фейерверки, факельное шествие. Весь вечер и всю ночь в городском саду будут играть духовые оркестры. Долг каждого горожанина посетить традиционный праздник ландскнехтов, нашего правителя, его светлости, курфюрста Ойленбергского. Хип-хип! Ура! Дорогие ойленбергцы, веселитесь и танцуйте, проявив должный патриотизм и воодушевление, вы внесете вклад в нашу окончательную победу, победу нашего родного Ойленберга! Хип-хип! Ура! Посмотрите налево. Там происходит бесплатная раздача булочек. Любой из вас, будь то мужчина или женщина, взрослый ребенок, может получить целую булочку. И притом совершенно бесплатно. Это подарок. Подарок нашего благодетеля, его светлости курфюрста Ойленбергского, жителям нашего города. Хип-хип! Ура! А теперь посмотрите направо. Здесь происходит совершенно бесплатная раздача великолепных, разноцветных, воздушных шаров. Любой из вас может получить любой шарик по своему вкусу. Повторяю, любой шарик и совершенно бесплатно. Андрюш! Андрюш, как я по тебе соскучился! От нашего Ойленберга, от нашего благодетеля! Ну как? Андрюш, ты знаешь, булочник меня не узнал, и смотри, что мне удалось достать. На, ешь! Я совсем тебе ничего не принес. Но так получилось, понимаешь? Да и не надо! Андрюш, а ты насовсем вернулся! Вы внесете свой вклад в окончательную победу нашего родного Ойленберга! Хип-хип! Ура! Хип-хип! Ура! Андрюш, ну ты насовсем вернулся! Ура! Только бы Андрюш успел. Только бы Андрюш успел. Ой. Хотел бы я оказаться на площади и видеть лицо хозяина, когда это все начнется. Для него это будет приятная неожиданность. Что пошутить я люблю. Жалко, что его комната заперта. Вот бы попасть туда. Но у него такой замочек, даже мамины ключи не берут. Привиденчик, а ты знаешь, когда я шел сюда, дверь в комнату была не закрыта. Не закрыта? Да. Они так торопились. Наверное, забыли запереть дверь. Слушай, пойдем. Пойдем скорее. Куда? Пойдем, пойдем скорее. Пусть это будет моя последняя шутка, но, надеюсь, она будет смешная. Куда спрятать? Привиденчик, я знаю! Пошли! Пошли! А, скинуть его в штольню. Они-то сами туда не лазили. Все, пусть помучается.
пока вытащит, да? Пусть еще сначала найдет. Тоже верно. Нормально. Ну, а теперь честь постоянного совета учредителей праздника, его почетных гостей, ну и всех остальных, выступит свободный хор лацкнехтов гвардии его светлости курфюрста Ойленбергского. Запи! Пой! Наш дом и порядок сохранить мы правые ребята, и нам о чем тут говорить, не зря идет зарплата. Наш кошелек не будет пуст, сам Бог тому свидетель. Ура, да здравствует курфюрст! Ура, да здравствует курфюрст! Наш друг и благодетель. Я сейчас должен остаться один. Ну, иди вон к тем ребятам. Ну почему? Иди, и что бы сейчас ни случилось, ты меня не знаешь. Я тебе потом все объясню. Иди. Наш благодетель, его светлость, курфюрст Ойленбергский, непобедимый главнокомандующий нашей доблестной армии. Кип-кип! Ура! Мои верноподанные сограждане, да, ровно 300 лет назад началась эта славная война. И я рад приветствовать вас в этот торжественный для нас всех день и разделить с вами наш общий праздник. О чем мне думается в этот торжественный день? Мне хочется сказать вам, сколько это может продолжаться? Кому нужна эта проклятая война? Это расточительная война, это бесчеловечная война! Ой, это что он такое говорит? Что это? Что я такое говорю? И если уже никто не помнит, почему началась эта бессмысленная бойня, если никто не хочет воевать, если мы получаем только ужас, потери от этой войны, почему она продолжается? Я вас спрашиваю! Заткните ему глотку, стащите его оттуда. Это же его светлость, господин курфюрст. Ну, это же главнокомандующий. Что он говорит? Что? Господи, что это? Что-то я думаю одно, а говорю другое. Повернитесь вокруг. Оглядитесь вокруг себя.
Наш прекрасный город почти опустел. И скоро настанет время, когда в нем останутся только женщины, старики и дети. Сколько будет продолжаться эта война? Во имя чего мы будем убивать друг друга? Во имя чего будут рыдать и плакать вдовы и сироты? Когда это кончится, я вас спрашиваю. Капрал, песню. Запевай! Что порядок сохранить, правые ребята, и нам о чем тут говорить, не зря идет зарплата. Наш кошелек не будет пуст, за Бог тому свидетель. Ура, да здравствует Курфюрст! Ура, да здравствует Курфюрст! Наш друг и благ... Что же вы молчите? Разве все, что здесь было сказано, неправда? А мальчишка прав. Правда, Кому нужна эта война? Заткните ему глотку. Заткните ему глотку. А вы знаете, кто во всем виноват? Вот он! Заткнись, гаденыш! Сорву его! Опустите, мы его правильно! Дай ты мне нищий ног отсюда, иди, я тебе уши надеру! Эй, дядя! Да! Дядя, поосторожнее! Чего? Я говорю, нехорошо. Обижать маленькие. Да я тебя! Что? Я тебя! Это мы посмотрим, о, как у тебя получится! Дай, ой, ой, как бы! Взять его! Тюрьму уничтожить! Очисти площадь! А, приказ даю! Очисти площадь! Даю вам 10 минут сроку. Разогнать толпу, навести в городе порядок. Смутьянов за решетку. 10 минут, слышите? Слушаюсь. Так, все-таки наша... Привидение решило показать характер. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну хорошо, старая дырявая новочка. Капрал? Здесь. Карета. Слушаюсь. Я к дому. И сразу вернусь. А ты останешься здесь. Ровно в полночь. Поднимешься на башню городской ратуши, проникнешь в часы и остановишь их. Да, хозяин. Да. Ну что ж, пора окончать с этим полуношником. Надоел. Я скоро вернусь. А ты проследи за его светлостью, чтобы с перепугу чего не натворил. Слушаю, хозяин. Все нормально. Все нормально. Обошлось. Сейчас придет Андрюш и скажет, что все обошлось. И обошлось. Слышишь, пушки? Война не кончилась. Может быть, все-таки успеешь, а? Может, ты все-таки успеешь? Беги! Беги туда, на крышу, и через крышу потом... Нет, ну, я останусь с тобой. Ну, беги, пожалуйста, пожалуйста. Если что-нибудь понадобится, там, на крыше живет Финнс. Мой старый друг, его зовут Шуху. Беги, нет, ну. Я останусь с тобой. Беги, ну! Нет! Где характер? Вспоминаю краски акварельные... Вспоминаю мамин добрый взгляд. Ах, какие песни колыбельные пела мама. Где характер? Куда ты его дел? Говори, старая наволочка, где? Я ведь его найду. Не найдешь. Не найдешь. А это смотри, смотри.
Смотри свои волшебные ключи, они у меня. Ну и что? Ну и что? А ты все равно не умеешь им пользоваться. Андрюш. Что, Андрюш? Мальчишка все расскажет. Ничего он тебе не скажет. Смеешься? Смеюсь. Последний твой смех. Осталось несколько мгновений. Слушай, последнее и главное. Андрюш и все смутьяны, которые подняли бунт, на рассвете будут повешены. Я буду жить вечно, а ты исчезнешь навсегда. А? Вот бой часов. Больно. Почему больно? А почему часы пробили один раз? Все, теперь наступила моя очередь смеяться. Больно. Мне больно. Больно. Одним привидением на свете стало меньше. Ну, Юро, ну, ты никогда мне не лгал. Лгать нехорошо. Ну, куда он дел характер? Ну, говори. Глаза. Но где характер? Глушу! Куда он дел характер? Где? Веди меня к нему. Веди. Глаза. Веди, хорошо. Веди глаза. Веди. Хорошо, Юра. Хорошо. Так. Глаза. Так, не опускай глаза. Куда дальше? Ну! Где, миленький? Глаза. А? Понял. Штольня. Штольня. Остроумно. Видишь, Ира, я в тебя всегда верил. Вот ты и предал друга. Вот видишь, как это просто. И совсем не страшно. Ты что?
Что это? Кто здесь? Кто это? Шуху, это я, Юро. А, это вы, молодой человек? Простите, но по возрасту я кажусь вам в прапрапрадедушке. И думаю, что мой возраст дает мне моральное право на то, чтобы ко мне обращались с должным почтением. И уж во всяком случае не на ты. Извините, уважаемый Шуху. Извините. Извините, уважаемый господин. Ну Шуху. Ладно, терпимо. Но говорите, в чем дело, и самую суть, и покороче. А то меня уже клонит ко сну. Уважаемый господин Шуху, произошло ужасное несчастье. Я просил покороче. Произошло ужасное несчастье. Я просил короче. Произошло несчастье. Короче. Несчастье. Короче, короче. Ну, короче нельзя. Тогда извините, молодой человек, но ничем помочь вам не могу. Вот и все. Ах ты, старая облезлая чучело! Что? Что вы сказали? Я тебе еще глух, я повторяю. Ах ты, старая облезлая чучело! О! Твой друг, твой лучший друг попал в беду, а ты можешь спокойно засыпать. Оленбергское привидение? Да, привиденчик. О! Так, ну как же так-то? Что же вы раньше-то, молодой человек? Ну говорите же, что с ним? Говорите! Хозяин убил его. Шварцкюнслер? Да. Хозяин знал тайную сущность и убил его. Так, Шварцкюнслер остановил часы на городской ратуше. Я не знаю. Хотя да, ночью вместо 12 ударов пробил только один. Так, так... Ну, вам не успеть, я успею. Ну, я сам ничего-то не смогу там сделать. Так, спокойно, Шуху, спокойно, спокойно. Что это у вас? Это ключи оленбергского привидения. Не время болтать. Главное успеть. Возьмите вон тот ключ. Нет, не этот, вороненый. Да, этот. А теперь... Делайте им в воздухе круг. Ой, что это со мной? Сейчас не время болтать. Мы должны успеть. По пути все объясню, полетели. Но я не умею летать. Да, закройте глаза. Теперь на счет раз, два, три подпрыгните и машите крыльями. Раз, два, три... Полетели! И не машите так судорожно крыльями. Это не прибавит скорости. Плавнее и меньше будете уставать. Так на чем мы остановились? Ваш племянник, который живет на крыше библиотеки. А, да, да, очень начитанный мальчик. Он-то мне вчера и рассказал все про род оленбергского привидения. Башенные часы – это их фамильная слабость. Причем у каждого свои. А часы на городской ратуше? Да, это часы нашего оленбергского привидения. Как раз в них и заключена тайна его сущности. А только бы успеть снова пустить их до восхода солнца. Только бы успеть, и оленбергское привидение будет спасено. Вот она, городская ратуша. Да, да. Нам нужно попасть в то слуховое окно над часами. Осторожней и не вырыть ключи, а то вам не превратиться опять в человека. Так делайте, как я, за мной. Пост 47, городская ратуша по охране порядка и пресечению. Я, господин капрал. Что там увидел? Понимаете, господин капрал, никогда не думал, что птицы разговаривать умеют. Что? Смирно! Есть в городе бунт! А ландскнехт его светлости курфюрста Оленбергска, видите ли, птичка разглядывает! Понял? Так точно! Сейчас. Скорее! Ну как же их пустить? Да сколько я знаю, молодой человек, если часы стоят, то нужно пустить маятник. Ну как его пустить? Как? Что там за рычаг?
сейчас попробую. Сейчас. Быстрее, быстрее. Пошел. Пошел. Они пошли. Зрительная галлюцинация. Да нет, Эхи, на этот раз страшное эйленбергское привидение. Эхи, значит так, чтобы я тебя не напугала по чечайне до смерти, да, открой-ка двери камеры. Так, там же государственные преступники, бунтовщики, там же всякий сброд. Сейчас все будет сделано, сейчас. Ну и хорошо. Все будет сделано. Ну и хорошо. Сейчас. Сейчас. Господа, вы свободны. Стоять. Ну-ка. А, сейчас. Пожалуйста. Быстро, другие камеры, быстро! Сейчас, быстро! Это Томас. Томас, это привиденчик, про которого я тебе говорю. Очень приятно. Очень приятно. Я думаю, что сейчас самое время заняться его светлостью Курфюрста. Да. И его компанией. Господа, они свободны. Они свободны. Сейчас надо пойти. Обязательно. Совершенно прав, уважаемое привидение. Ты иди возьми наших ребят, надо разоружить ланскнехта. Всем остальным поднять площадь. Все на площадь, Андруш, на башню. Звони во все колокола. Все на площадь. Нет, позвольте мне заняться колоколами. Вы знаете, уж чем-чем я в колоколах разбираю. Я их сейчас... Хорошо, хорошо. Все на площадь. Что? Господин Курфюрст! Что? Господин Курфюрст, на площади собрался весь город. Генерал Торстенсен, начальник полиции, начальник тюрьмы, бежали! Простите. Что там как горит? Это в лесу. Дом мастера Шварцкюнцлера. Это конец. Я хочу жить. Жить. Что они хотят? Они требуют вас. Поторопитесь, господин Курфюрст. Они могут ворваться сюда и... Нет, только не это. Нет, поторопитесь, господин Курфюрст. Я сам. Подождите, послушайте, я добровольно отрекаюсь от звания курфюрста и покидаю пост главнокомандующего, только пощадите меня, я хочу жить, я... Так значит, все, конец войне. Конец войне. Мир! 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 Мир!
слышите? Вы слышите? Господин Шухов, вы слышите? Да что, уважаемые привидения? Я ничего не слышу, по-моему, полнейшая тишина. Да. Да. Полнейшая тишина. Какая прекрасная тишина, когда молчат пушки. Как, наверное, хорошо и сладко спать такую ночь. Спите, люди, спите, спите. Да и меня что-то клонит ко сну. И вы спите, господин Шухов, и вы спите. Спасибо. А я спою колыбельную песенку, которую пела мне в детстве моя мама, мамочка. Спи же, мой младенчик, мальчик-привиденчик, милый привиденчик, баю-бай. Ночью ты набегался, малышка, засыпай, мой маленький сынишка, день настал, скорей засыпай, день настал, скорей засыпай. Вспоминаю краски акварельные, вспоминаю мамин добрый взгляд. Ах, какие песни колыбельные пела мама.